блогер в гостях, да. Это же районный валючек. Районный валючек блогер. Не подписан на районного валючка? Подписывайся на наш канал, ставь лайки, жми на колокольчик. Ну давай. И не прозвини свой шанс пропустить новое видео. О, как здорово сказано. Снимаю, да? Это несложный салчик. Первый шаг. Убираем крышку, да? Крышку убирать? Да, крышку убирать. Убираем крышку. Убираем вторую крышку. Опа, а там вторая крышка. А вот так вот, да. Узор. Не все так просто. Смотри. И запоминай. Но запах, конечно, ты ощутить не сможешь. Но, теперь надо вот так вот делать. Если подпишешься, поставишь колокольчик и свой этот обрубок вверх, да, то сможешь прочувствовать. Или мы вышлем тебе объедки по почте. Итак, самый ответственный момент. И самых ответственных моментов. Внимание. Надеюсь, этот парень качал свои пальцы, чтобы сейчас ничего не опрокинуть. Да. Опа! Профессиональный. Чуть-чуть промахнулся, рывок, но исправился. Да ты чё? Смотри. Так, теперь надо. А теперь что теперь надо? Взять, теперь постучать надо. Постучать. А давай. Быть, постучим. Смотри, можно, можно вот так сделать. Все, смотри, аккуратненько, палочкой. А если постучать палочкой, то ты обиваешь весь уголь нагоревший на казане. Итак, самое время. И сейчас самый важный момент. Вот сейчас вот у нас. Вот. Ну. И что мы видим? Что мы видим? Ой-ой-ой-ой-ой. А видим мы то, что обстучалось, да, далеко не все. Ну, а это само бывает. Это масса. Да. Главное, что основная масса здесь. Да. Не подгорела. Не подгорел. Пошел. Дорогой подписчик, я надеюсь, что ты уже подписчик. Этот запах. Только. Любой узбек позавидует этому запаху просто. Дениска, ты красавчик. У любого из узбека будет. А, ребят, без вас бы не получился такой плов. А вот лезть здесь лишняя, конечно. Так, и вот это вот так вот делаем. Ровненько так укладывается. А ты что? Вот эта тема. Все. Подписывайся на наш канал. Ставь лайк, жми колокольчик. Ешь плов. За самый креативный комментарий ты получишь в личных сообщениях рецепт этого замечательного плова. А вот сам повар, от которого мы получим этот рецепт. Так, ну что, ребята, я думаю, что мы его победили. Голод? Или аппетит? Аппетит. Пока аппетит.